Шадринске построят новые спортплощадки для сдачи норм ГТО. Власти города получат субсидию на постройку и оснащение 3 спортобъектов из областного бюджета. Деньги на строительство город выиграл в региональном смотр-конкурсе «500 шагов до спортплощадки». Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области выделило победителю более 940 тысяч рублей. Курган на обустройство 2 площадок получит более 750 тысяч рублей. В Аргашинский, Каргопольский, Китовский, Петуховский и Частоозерский районы менее полумиллиона. Конкурс на лучшую дворовую площадку проводился с целью активизации работы по подготовке и выполнению нормативов ГТО в муниципальных районах и городских округах Зауралья. 500 баллов, там положение набирается, допустим, наличие каких-то спортивных площадок на данный момент, сколько было построено, как кто обслуживает, наличие спортсменов. Самыми главными условиями было это наличие участка муниципальной собственности земельного и наличие муниципальной организации, которая примет на баланс эту спортивную площадку. То есть мы с главой города Шадринска отобрали несколько мест, и на них были отправлены документы. И по итогам рассмотрения город Шадринск получает 3 спортивные площадки. Но это самое большое количество по всей области. То есть как бы мы более ответственно подошли, может быть, или более соответствовали этим нормативным документам по оснащению и соответствию документации по спортивным площадкам. В течение календарного года с момента поступления областных средств комплексы ГТО-3 будут установлены в городском саду имени Кельдишева на площадке за памятником Ивану Шадру, в бару возле школы номер 2 и на территории лицея номер 1. Комплекс ГТО-3 состоит из 15 уличных тренажеров. Можно будет подтягиваться из веса на перекладине, отжиматься, качать пресс и многое другое. Для бега, лыж и плавания будет выделено другое место. Александр Вележанцев добавил, что для сдачи физических упражнений площадка возле школы номер 2 станет приоритетной, так как она располагается рядом с центром сдачи норм ГТО, который находится во дворце спорта «Ермак». Выполнять там можно будет нормы, но в большей степени этих площадок – это подготовка населения к сдаче норм ГТО. Это современное оборудование, которое имеет именно сертификацию, и на нем можно проводить и соревнования, и тренироваться. Поэтому может быть, даже стоимость у него такая как бы большая идет. Цель этой спортивной площадки, почему еще 500 шагов, что она должна быть доступная для населения. То есть любой человек может прийти и заниматься на ней, что у нас не определено. Мы рассматриваем, может, в школе, в какой-то внутри, но школы в основном сейчас закрываются, как бы там не попадешь на территорию. А площадка должна быть именно доступная для населения города. Получение субсидий из области предусматривается финансирование из городского бюджета в размере 5%. Администрация Шадринска закрепит каждую из спортивных площадок за соответствующей организацией в целях обеспечения их сохранности и эффективной эксплуатации. Также в скором времени будет перечислена субсидия в размере 1 400 000 на приобретение для ДСШ Шадринска автобуса. Такая мера поддержки пришла со стороны Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области по результатам спартакиады спортивных школ за Уралье.